Ничто так не окрыляет и не вдохновляет, как любовь. Именно в день Святого Валентина я покажу, как много ты для меня значишь. Порой все мы ведем себя как дети, да и за это ни капельки не стыдно. Оторваться от земли и в унисон зависнуть в невесомости – один из способов провести свидание. За каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина. Она как пуля попадает в сердце, стоит тебе раскрыться. Пригласите свою девушку в стрелковый клуб, и вы узнаете ее с другой стороны. Не бойтесь экспериментировать, удивлять, изобретать. Как бы вы ни решили провести этот праздник, важно сделать так, чтобы искренние эмоции, любовь и нежность переполняли вас обоих. Я готов сделать для тебя все, чтобы услышать три заветных слова. Какова же все-таки красота? Я тебя люблю. Такие приятные совместные моменты способствуют обновлению чувств, позволяют узнавать друг друга еще лучше. Любите и будьте любимы.